В Югре с начала года ввели уже почти 260 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по индивидуальному строительству. Такие данные привели на профильном штабе в окружном правительстве. Новые квартиры получили 210 переселенцев из аварийного фонда. Также на заседании проанализировали исполнение плана графика по защите прав дольщиков. Два проблемных дома в Сургуте, в жилом комплексе «Любимый» и многоквартирник в 41-м микрорайоне уже почти готовы. Кроме того, подрядчик планирует сдать новостройки ранее заявленных сроков. Ведется последовательная работа по восстановлению прав граждан в поселке Федоровский Сургутского района. Из пятерых дольщиков четверо уже получили одобрение уполномоченного банка на возмещение денег.